за вот этими горами. Самый высокий пик, который 4100 с чем-то метров. 4460 метров был. Самая высокая вершина Северной Африки. И четвертая по высоте по всей Африке. Вот. Солнышко у нас как бы встало. И едем. И едем мы дальше вот по дороге. Мужик перепугался, спросил нас, говорит, что хочешь? Маша ему сказала, что я видео снимаю. Просто остановились, чтобы сфотографироваться. Вот тут у нас скалы, вон машинка наша стоит. И мы идем быстрее. Вон туда горы, туда едем. Тарелки эти, сателлитки стоят, все, значит, телевизор смотрят. Вот. Вот у нас тут привал, пауза, чаёк, чаёвничаем с мятой. Такой. Вкусно. Классно. Поездил на машине. Ой-ой-ой-ой. Еще и выше, и выше. Спроси, какая здесь высота примерно? Do you know which height, at which height are we approximately now? Like 2000? We are about in 2000, yeah. Ну, мы реально без гор не можем. Везде у нас горы. Вот так. Классно. Офигеть, ветер меня сносит. Ветрище просто сносит нас. Водопад. Много водопадов, круто. Арокское бездорожье началось. Вот такие.
обваливает, короче, по такой дороге. Здесь, походу, речка была, пересохла. Или сезон дождей. Трясет прикольно. До этого полтинник дал. Круто. Вот сейчас даст. В таком бездорожье. Катаемся здесь. Вообще трясет в разных сторонах. Я бы здесь на газу не нажал. Правильно, правильно. Сейчас по камушкам будем переходить. Вот это мост. Круто. Стой. Повернись. Стоп. Давай, стой. Thank you.
маленькое такое место, очень-очень известное. Помимо того, что здесь снимался «Гладиатор», тут снимался еще и «Принц Персии», и какая-то часть из частей «Мумии», и «Индиана Джонс», и «Александр». Очень-очень много фильмов известных снимались. Но суть не в том. Вот это вот город, его разделяет вот речка. С той стороны живут 5000 людей, в этой части города, вот, вначале фотографируем маленький, живут только две семьи. Вот. И так вообще прелесть. Ветерочек вообще еле-еле есть. Тепло уже, с утра я промерз, просто мы в горах были, там ветер невыносимый был. А так просто класс, просто офигенно. Это что такое? Вот это ресторан. Вот. Мы приехали, это, короче, местный Голливуд. Здесь очень много американских фильмов снималось. Вот здесь как раз вот эти все. И сейчас какой-то фильм там тоже снимается. Вот, американский. Кино. Тут что-то снимали. По-любому. Декорация. Фильм. Ее сюда поставили. Будем ходить смотреть. Круто. Это же музыка какая-то. Это как какие-то всякие шепты. Гробитель. Лесенка наверх, я помню все это. А вот она пещера, здесь снимали «Планету обезьян». Стрелочками, чтобы мы сюда пойдем. Мы всякие же законы.
так называемой долине роз. Вот там розы из Дамаскуса выращивают вообще. Это самые крутые, короче, самая известная такая, где вот самые офигенные розы. Это здесь. Вот, типа так. Дверь и тогда и там горы. Ну ладно, дверь закрывается. Идем разведывать, что у нас есть. У нас тут есть кровать, два халата, джинчик, шляпа. Что у нас здесь? Здесь у нас душ, офигенно. А тут? Тут туалет, тоже офигенно. Ништяк, я тащусь просто-напросто. А тут картина с ягненком женщины. Сегодня ночевать и будем. Серпантин такой, по которому мы ехали, вон наш отель, где мы ночевали. Отъехали сюда, чтобы вот это вот заснять. И сейчас поедем на сад. Вот такой вот вид на это все. Офигеть, как круто. Снизу река, горы очень высокие. Серпантин. Вообще. Класс просто-напросто. Офигеть, а тут нереально такой отель. Тоже на склоне. Так, идем на другую сторону. Вот туда. Там вот просвет. Пигельница бегает, убежала уже. Вот идем.
Прикольно. Речка снизу. И березы. Это много берез. О, у меня они. Тоже подъехали. Тоже фоткаются, но мы были первые. Что-то написано. Снизу. Класс. Офигеть, какой ветер. Ветерок поднялся. И над нами горы. Воу, мы прям посреди них идем. Какое ущелье. Офигеть. Вот как круто. Водопад. Тут каналы с водой. Все сделали грамотно. Вода прям с гор стекает. Вообще круто. Ванзин. Это что-то. Таких гор мы еще не видели. Это реально. Это не Франция, это не Швейцария, это не Германия и это не Исландия. Таких гор еще не видели. Да, класс. Там вода прозрачная, вода офигеть какая теплая, хоть с гор течет, ну, реально теплая, как на речке, блин. Хоть купайся сейчас, прикольно. А мужик напугался сразу, говорит, он камеру топит, смотри, Маша там что-то, она объяснила, что она непромокаемая. Вот, идем дальше. Это не может по горам не лазить. Солнце встало, небо голубое, прелесть. Идем дальше. Залезла. Сидит там сверху довольная. Туннель какой-то там кто-то живет, она полезла. Офигеть, пошел мелкий дождик. Круто. Солнце встало, так все. Ништяк видать. Вообще класс. Офигеть, какое голубое небо. Круто-то как. Сережка точит бананы. Вкусные бананы. Я отроду не ел. Внимание. Не любил. В детстве переел. Когда маленький был. Когда ни у кого не было, у меня не будет. Вот. А сейчас опять ем. Теперь у всех есть, и я начал. Поели, там, сейчас постоим где-то.
первый раз по Сахаре иду пешком. Круто. Вот это, как их жители, бедуины, ну, короче, местные поселенцы, марокканцы, которые здесь живут, идут что-то там. Собирают, гуляют. Потом мы туда вот поедем дальше. Нам еще час ехать до отеля. Мы там переодеваемся, садимся на верблюда и едем. Нет, запарился. Едем час, потом что-то покупаем, потом еще час едем, садимся на верблюда. Вот. Потом идем на верблюдах встречать закат уже конкретно по песочку. Кстати, я не знал, что Сахара бывает еще и каменная. Я думал, это все песок. Разные виды Сахары. Песочные есть, каменные. Здесь, а потом будем еще на верблюдах на песочной катать. Вот, потом будем ночевать, а завтра нас повезут в город Фес. Будем долго ехать. И вот, оттуда мы уже берем машинку и едем сами. Марокканский рейсинг. Все? Так быстро ушел. Ну, мы, короче, заехали в город. Ветер, пыль летит, песок, короче, это дня. Мы заехали в город, чтобы купить воды, чтобы мы завтра, послезавтра могли пить это все дело. И вот, иначе мы там, говорят, высохнем. Сейчас купим воды и поедем дальше. No. It's camels. Yeah. Just so it's only camels, them. So I see. That's what, yes, not how I can реально вообще дороги нет. Круто. Как хочешь, так езжай. Может, на шлифами на ручнике. Как хочешь. Вообще ништяк. Вот это полигон. Я тут погонял. Ну все, мы приехали. Короче, вон верблюды идут, целый караван. Вон у нас радуга такая офигенная. Вон они, дюны. Вон она там, Сахара песочная. Вообще классно. А тут мы дизелили только что, вон следы даже остались. Где-то там вдалеке дорога идет. Вон машина едет, видно по ней. Класс, вообще ништяк. Пришли в отель, вокруг нас пески, вообще дюна огромная, желтая, песка. Будем здесь сняться. Началось. Люди нас уже ждут. Вот выходим, сразу пески. Вокруг отеля вот все вот так вот в песках. Офигеть. Вот пески, а вот наши верблюды. Мы, короче, сидим уже на верблюдах. Маша, мы тут. Это маленький верблюд. Вообще круто. Офигеть, я нашел. Плюнь к Маше. Сюда повернись. Он в тебя еще плюнет. Офигеть, песок. Полтора часа вот так вот и меня будет вот так вот штормить на верблюде. Так, сейчас, очочки. Ай-яй-яй, тихо. Ты не психуй, блин. Как у тебя там? Как лошадей зовут? Буренка, Зорька, это корова, а верблюдов как? А? Я ему сейчас дам ему. Это у меня будет горбатый. Офигеть, горбатый. Я сказал, горбатый. Ништяк, верблюд, круто. Видела меня моя мама. Он сказал, Сережа, что с тобой стало? Офигеть, как круто отличается. Тут песок и деревья даже растут. И мы сейчас реально прям в песок пойдем. Фанс. Вообще как ништяк. Уходим от отеля. Маша, твой конь, твой верблюд серит, идет. Слышь? Блин, какой я тебе отвечаю португальский. Вот так вот. Вот так прям сделал несколько раз. Я тихо. Всех углом. Фу, ну вот воняет. Фу, воняет. У меня же рвотный рефлекс на такую тему. Фу. Все вроде вылетело.
улицу обогнать не могу. Пытаюсь, я его уж толкаю, давай, Зорька, давай, пошли, пошли, нифига не хочет. Здесь тоже перед нами прямо. Мы приехали. Апропо, мы недалеко от Алжира. Вот это вот горы, вот которые спереди, это уже алжирские горы. И нам туда суваться нельзя, потому что на... Встретили еще один караван по пути. Там спереди они шел. Мы идем вон там. У нас пополнение. Еще один караван спереди. И у нас теперь 8 верблюжей. Идем дальше. О, как нас много. Маша опять на картах сидит. Гопник. И барканский. Ой, верблюд твоего за хвост укусил. Офигеть, он его за хвост опнул. О, сейчас будет видимо, походу, наш лагерь. Что мы уже сейчас идем, нам сказали час, час. 15, полтора где-то идти. Спереди, походу, наш лагерь. Будем сегодня на баньке. Прям в пустыне. Класс. Короче, мы здесь. Вот наш спальный ночлег на сегодня. Что-то сегодня еще. Оставь его. Ты. Вот. Верблюда орут. Вот, которые нас привезли. Тут типа туалет местный. Вот это вот все в этих комнатах, где мы живем, палатка.
здесь эти сами люди живут, которые нас привезли сюда, охранять будут, если на нас скорпионы в пустыне нападут какие-нибудь. Ну вот. Мы здесь, короче. Спасибо. Через пару часиков, через полтора, через час где-то кушаем. И развлекательная программа. Здесь там прям огонь, там все эти дела, там прям место для костра. Вообще круто будет. Полная прелесть. Вообще что. Ну, короче, вот здесь вот. Так вот зависает. Вот. Еще 2 часа.
северного материка, а другой самый маленький материк, там в океане они тусят. Вот у них медовый месяц. Они 4 дня назад женились, мы уже 5. Чувак, вот это туалет на все круто. Мой верблюд самый крутой. Так, без этого. Я его достал. Я еще раз рыбку. Идет вот как будто река когда-то текла. Класс вообще, прелесть просто-напросто, офигенно как. Огромный прям самолет, недалеко аэропорт, вообще круто. Офигеть, огромный гигантский самолетище. Вообще ништяк. Зашли в кафе, чаек, чаек сейчас будем пить. Готовят мятный марокканский чай. Вот, такая погода тоже у нас есть. Дождик. Радует одно, нам еще ехать 6 часов, и возможно там дождя не будет. Вот тут какое-то озеро или водохранилище, скорее всего. Да, вон. Ну так, едем дальше. Проезжаем такие горы. Офигеть как. Вон там вон дорога идет, там спереди грузовик, автобус, там вон все в горах. В общем, она высокие горы.
Сейчас проезжаем горы. Средние горы Среднего Атласа. И наш водитель, гид, он сказал, что здесь снег. Но мы переспросили, сейчас или когда, или что. Он говорит, сегодня ночью было здесь минус 10, был снег. Сейчас, я не знаю, где-то около нулевой температуры, он, видимо, растаял. А так здесь очень холодно зимой, летом. Очень, говорит, прохладно. По сравнению, типа, с Марракешем там 50 чем-то, а то тут летом 30-35. Вот так. Мы приехали в берберский кемпинг. Тут там знак был нарисован, тут туристов всяких катают. Тут есть Wild Monkeys. Вот. Там прям знак был там нарисован, но он говорит, сейчас холодно, а сейчас ни одной обезьянки вы не увидите. А так они там бегают, говорит, вот вообще все, воруют там, царапают, кусают, типа такого. Ну, 10 минут погулять здесь по парку. И потом мы дальше поедем. Нам где-то еще полтора часа до города Фес. Там, где мы сегодня ночуем. Нас там прямо возле отеля высадят, а завтра с утра все мы берем машинку в аэропорту и уже, как говорится, аляулю едем сами. Вот. Вот, мы остановились здесь в городе. И этот город, вот не помню честное название, но он у них называется Маленькая Швейцария. Во всех марокканских домах крыши ну, плоские такие, а тут они треугольные, потому что снега не мерят. И действительно, город похож, как, ну, блин, едешь, прикольно, так чистенько, и машины другого калибра стоят. Ну, это такой достаточно нереально дорогой город, и не только по-мароккански. Просто дорогой, не нереально дорогой. И не только по марокканским меркам. То есть, представляю, что он сравним с европейскими ценами. Ну, так довольно чистенько, красиво. Вот идем к статуе льва. Тут фонтан, ой, бассейн, да, фонтан не работает. Полицейский стоит, дирижирует посередине. А вот и сам лев. Сейчас подойдем, посмотрим, что там. Там городок избегал, просто вот жизнь воспринимал. Ну да. Мы вот кушали когда берберский омлет. И за еду с Машей вдвоем. И за два чая. Ну там офигенная такая порция, яичница с луком, с помидорками. Совсем. 45 дирхамов, грубо говоря, 4 ойра. Сейчас вот в этом маленькой Швейцарии, в этом городе, Маша вот этот такой маленький кофеечек отдала 15 дирхамов. Ну, полтора ойра. То есть поели мы на 4, здесь полтора. Разница в чем? Мы ели в простом городе, абсолютно не туристический, туда туристы вообще... Если турист туда зайдет, то это реально посчитают, что он заблудился. А здесь все как бы для туристов сделано. Офигеть разница. Вот. Сейчас мы едем в Фес, нам осталось час езды. Так называемые Елисейские поля Феса. Насколько он большой или маленький, я просто скажу, по площади он в 2 раза меньше, чем Фрайбург, а население в 10 раз больше. То есть 2,5 миллиона населения, даже в 11 раз. А площадь реально 90 тысяч квадратных километров вместо 150 наших фрайбургских. Ну вот, пока впечатление наш водитель, который там, Мустафа, он нас прям привез, позвонил в отель, за нами пришел пацан, нас забрал, нам все показали, все рассказали. Даже заказали такси, чтобы мы завтра за полчаса до того, как мы получаем машину в аэропорту, нас туда отвез.
Ну вот, нам дали карту. Единственное, что нам повезло именно сегодня, он сказал, именно в этот день, в пятницу, закрыт весь старый город. Я могу предположить, с чем это связано? Отлично, вижу. Направо? Я могу представить, что с этим связано. Сегодня здесь король. Он приехал в этот город. Вот. Ну так, думаю, из-за этого. Ну, идем, пробиваемся через толпу. Там посмотрим, что будет. Центр реально закрыт. Вот у нас вот такая вот обзорка. Офигеть, машин много. Ну, вот так вот. Мы сейчас будем брать такси и едем на главную улицу, где вот эти все магазины, бары, дискотеки, вот все такое, посмотреть, что там. Там просто все в огнях, мы проезжали, когда просто вообще жесть как красиво. Вот, сейчас туда поедем. Докурю, Маша хурму доест. Купила огромную хурму, ну, покажи. Хурма больше, чем Машина голова. 1 евро. У нас такую хурму фиг за евро купишь. У нас купишь 3 маленьких за евро. Ну, вот. Идем. Все там же, в Фесе. Идем, нашли что-то уже близко к этому Final Destination. Вот у нас там дворец такой есть, а тут вот прямо сейчас будет видно, там прям пальмы, фонтан. И здесь никто не сидит на лестнице. Прям фонтан и дворец королевский, вон он. А оттуда фиг ты что не видишь. А здесь о, как круто. Просто офигеть. Так. Решеточки стоят, потому что король здесь, ему нельзя. Вот. Да. Вот у нас вот такая вот такой вот герб, где престиж. Да. Вот у нас такой герб. И, короче, мы идем теперь по сторонам, оглядываемся на ту сторону. Потому что лишь бы в кадр не попал полицейский. Иду, я сам так никого не трогаю, фотографирую, все красиво. Мне свисток. Тю-тю-тю-тю. Они ходят со свистками, здесь машины регулируют. Ну, короче, я слышу свисток, и он мне вот так вот машет, иди сюда. Я подхожу, уже понимаю, что Сережа сейчас придется, лишь бы не всю камеру стерли. Показываю, я ему показываю, вот смотри, я не дворец фоткал, там королевский дворец, я думаю, за короля, я ему показываю, я лампочку, там дворца вообще не видно. Он говорит, не-не-не, короче, блин, спереди полицейские идут. Придется видео, наверное, на 2 раза разбить. Ну и, короче, он говорит, нельзя полицию фоткать. Ну я, короче, пока удаляю, он говорит, стирай, я говорю, я стер, он говорит, верни. Ну, показал ему, что я реально стер, он извинился, говорит, полиции военных нельзя. Вот и все. Ну вот, мы все там же в Фесе, некоторый раз уже повторяю, но вот мы пришли именно туда, куда мы хотели. Вот тут вообще так круто. Вот, смотрите как, вау, все пальмы освещаются, вот там лев. Вон там у нас фонтан такой, это вот. И вот дорога, прям туда, мы сейчас до самого конца пойдем, да, вон до той большой арки? Да. Отлично просто, смотрите, какой огромный лев, красавец. Круто так, как, офигеть. Ну и так вот, мы вышли опять на площадь, обошли центр, погуляли, посидели. Я съел там что-то, выпил чай. 3-й день уже в завязке, они здесь не пьют, только чай. И, короче, что, мы вот купили тапочки и халатики. Теперь мы вообще как это, как в национальном одеянии можем гулять здесь. Хоть свои почти. Только еще загореть, так как они. И вообще все было мечта. Но в любом случае мы идем в отель. Все, буквально минут через 20 там будем. И все, и ждем завтра таксиста, который нас в аэропорт отвезет, чтобы Сережка получил машинку. До завтра тогда.